Консервацию автодорожного путепровода в районе поселка Савинская Слобода проконтролировал первый заместитель главы администрации округа Михаил Пайсов. Строительство объекта было остановлено по распоряжению Министерства жилищной политики Московской области. Сегодня, в соответствии с требованиями законодательства, касающегося правил проведения консервации объектов капитального строительства, на стройплощадке ведутся необходимые работы. Представители инициативной группы местных жителей проинформировали, что планируемый срок их окончания – май 2020 года.